Константин Ильич, являюсь вашим поклонником всех времен, как вы писали в газете «Фазенда». О, это, в то время у меня была почитатели, как назвать-то, учеников, 100 раз больше, чем сейчас. Потому что тогда вся Сибирь была заражена, у людей глаза горели, а сейчас потухли. Представляете, в чем советская новость, сейчас тишина полная. Вот. Мне телефон звонил с утра и ночью. Саженцы. Сейчас неделями, месяцами тишина. Черенки уже не нужны, кочки, ничего не нужно. Думаете, потому что у людей сады есть. Они изничтожили так. Я аж плачу, когда. Представляете, приезжаю в Майну. Я только те два случая. Один из них вы знаете, второй нет. Знаете, там, где это замульчировало и поливало. Сгноило 3 прекраснейших плодоносящих абрикоса. Видели? Как-то не выдержал, показал. В одной из первых вебинаров. А второй случай. Клей, клейлов. У меня деревья гибнут. Ваши. За сердце хватаюсь. Приезжаю. Все измазано этим клеем в середине. Так, а я еще посмотрел. Я его отругал. Я говорю, берите, может спасете. Может быть какой-нибудь растворитель. Убирайте этот клей. Он уже давно высох. Но он это, под ним кора сгнила. В муравьи как лазили, так лазят. Они же больные деревья-то знают. Вот, послушался совета. Глянул через забор, а у соседей тоже посреди лета желтый сад. Я говорю, что, ну-ка. Да я всем соседям тоже научил. 3 сада мертвых. Вот так Фазенду-то и вспомнил. Вот тогда я начал борьбу. До сих пор не закончил. Вспомните этого дяди Ваню. Ну, прошу же по-русски. Но если вы сказали, что у вас погиб саженец Железова Сергея только потому, что... Ну ведь вы же сказали, что вы боролись с тлей. Тля растет на верхушках. А показали пальцем в основании штамба. Я подумал, что это клей клейло, тот самый. Он настолько липкий, что уже не отлепишься. Дерево гибнет раньше, чем гибнут эти муравьи. Вот это вот у меня просьба. Уже мы мельком показывал, и снова мельком. Вот, ну, душа поет. Только просьба, вот это все вы уже прочтете сами подробнее. Кого это интересует, кто начинает с нуля. Посмотрит вот эту именно его агротехнику. Видите банки? Вот. Я ж жалуюсь, что они это самое. Попробую спасти. В одном случае от мышей, в другом случае от заморозков. В третьем случае, наоборот, перегрев может случиться. Так что не все так просто. Ну и, в общем, вот его отчет. Человек поработал, как видите. Я всегда говорю, если вот такие саженцы вырастают, может это несколько, бывает несколько садов рядом, а бывает один такой. Мне говорят, а как я тебя прививать? Да никак, не прививайте. Вот. Дадут плоды, помните, я говорил еще, вкуснее, чем мои королевские, такое бывало. А раз. Второе. Значит, всегда, когда, это просто общая, так сказать, тема, всегда, когда обычно, в идеальном случае, вырастает, допустим, метровый побег без боковых веток. Это идеальный случай. Так бывает редко. Особенно Сибирь. Чуть почва не та, ведь уже природная почва где? Мы же не знаем где. Кто говорит Китай, кто Персия. Вот, природная. А у нас всегда так. Чуть не так, чувствует погоду, климат не тот, засуха, значит, световой день не тот, это самое, буквально шкура чуть, что-то не та. И он сразу дает куст. Почему? Куст – это как бы более взрослое дерево, чем одинокий такой побег. Вот представьте себе, вот палка, да? Оно могло быть таким вырасти, как палка, а ветвиться на следующий год. А так, это значит некомфортно, но не смертельно. Просто быстрее заплодоносит. Не пугайтесь, когда растет кустом. Вот я использовал вот эту фотографию для того, чтобы высказать свое мнение. Вот, удовлетворительно. Конечно, у Сергея вырастает мощнее, но может быть у нас и лучше место, чем у вас. Тут трудно. Вот, вишня степная. Вот с этого момента и начинает и калечение. То не с этого, да? Куст, он должен вот так расти. Вот как тот, что я показывал абрикос, вот так должна расти бы кустом. Например, вот это дерево, да? Та вишенка, что мы видели, она начнет куститься и расти в несколько стволов обязательно.
Ну нет, надо будет. Вот представь, что это она. Она только что листья другие, ясно, что совсем другой вид вот, перед вами. Но если бы это была вишня такой формы, обязательно надо изувечить. Все, оставить одну и где-то на высоте чуть ли не метр начинать делать развилку. В общем, поняли меня. Вот, почему я боюсь этой самой. Штамбу придавать одинаковую форму. Причем с детства. То есть начинать калечить вот с этого вот возраста. Вот штамбовая вишня. Она еще не подозревает, что и приказано ее все. А потом говорят, куда вишни делись. Я всегда беру за основу вот эту вишню, когда уже нет совсем вишни. Но вишню-то степную-то, которую убить невозможно. Она растет-то, почему еще это, кустом. Раз заподлится с земли, опять на другой год куст. Раз уничтожил, в метре еще 5 кустов вылезло. Эти 5 кустов уничтожил, еще 10 вылезло. Да что же вы это самое-то, умудряетесь, это какой злобой надо наполниться, чтобы еще это уничтожить, то, что считается неуничтожимо. Абрикосы, да, абрикосы мы называем, манжурские абрикосы мы называем неубиваемые, но сгниваемые. Убить невозможно, сгнить тоже. А вишню и убить невозможно, сгнить невозможно, и все равно умудряется это. Целые районы всю вишню уничтожат своими советами. Вот видите, до чего я договорился. Посмотрите, какое это. Ну вот, считайте это. Вот человек пишет. Буду его писать еще. Выписал книгу, перечитал на 5 раз. Подписан на вебинары. В записи. Ну, я знаю, что многие из вас потом в записи. Может, уже многие отключились. Огромное спасибо. Мне нравится мое фирменное выражение. Под угрозой оторванных рук запретил всем родственникам посадить деревья. Еще одно мое фирменное выражение. Оторванные руки. А то уже были советы оборвать листочки, которые не пали. Вот, понимаете, вот растет листик, под ним почка. Каждый лист отвечает за почку. Каждый лист. Миллион листиков, миллион почек. Вот, почек может быть там несколько, но минимум одна. А может еще там ростовые, это может быть, кроме ростовых, цветочные и так далее. Комбинированные, но одна-то точно. Ну как можно оторвать листик, распространяющий совет? Вспомни, слово шмыгивание вам знакомо? Ну, лучше зашмыгивать, да. А знаете, почему пишут? А чтобы дерево не обезвоживалось. А кто почку-то? Ну, чтобы не обезвоживалось, полейте его. Почку-то за что? Она же теперь уже не вырастет никогда до зрелости. А если вырастет, потом получится больное дерево. Если оно все-таки имеет какой-то запас прочности. И ошмыгивает, оно еще живо, но уже не то. Так, ну что дальше? Так, Сибирку, да, Сибирка, ну-ка. В детстве мы объедались мятными ранетками. Это знаете, почему вы объедались? И почему я объедался дикими этими черешнями, сидя на дереве? Да потому что у нас ничего другого сладкого не было. Вот, обидно другое. Как можно было уж это-то вывести? Что у нас даже этого нет? Я же не говорю про абрикосы, персики, сладкие груши. Но уж если этих самых размеров с ноги, которые еще более невозможно убить, даже, ну, как и вишни, такого же уровня, крепость у них запас просто тысячекратный, но это надо уничтожать, и все-таки уничтожить. Ну, вкус плодов неизвестен. Вот, смотрите, конкретный вопрос. Вы, я так понял, вы капаете сибирки в тайге, вкус плодов неизвестен. Почему известен? Они практически несъедобные. Почему именно в тайге, в глубокой тайге? Там, где Сергей выкапывает, конечно, там чисто дикари. Вот. Другое дело, ближе к этому, к цивилизации, возле садов культурных, там встречается столько гибели, уже размер от дикие самые, допустим, на мизинце ноготь, а крупные уже на большом пальце ноготь. Вот. Но они еще несъедобные. Есть еще более культурные. Смотришь, а ведь это культурное яблочко, которое было опылено сибиркой, оно упало, его отнес подальше, там птичка. Смотришь, попадается довольно приличное, ну, на уровне ранетки. Вот. А конкретно сказать, что даст вот этот, если не привать, а довести до плодоношения, что даст саженец, выкопанный сибирки с тайги,
Ну, скорее всего, несъедобная. И все-таки, если годится, то может быть как источник витаминов. Так. Интересный вопрос. У вас в каталоге костик, если абрикосы сын манжурца номер 4, номер 5, они более морозостойкие, чем сын манжурца номер 1 и номер 2. Вот. То самое интересное, что смотрите, чтобы мне убедиться, что они более морозостойкие, мне надо, чтобы какой-то из страшных зим сын манжурца номер 1 и номер 2 погиб, а они остались живы и плодоносят. Тогда я бы сказал, да, они более морозостойкие. А как я скажу? И те не погибают, и те. Это раз. Тогда вы скажете, ну, наверное, цветочные почки у каких-то крепче, у каких-то меньше. Но взять этот год, вторая 40-градусная зима, а не опять, что на тех ломились, что на этих. Мы досчитали до 200 ведер, а потом бросили этих же абрикосов. Ну, из них, естественно, большая часть и была вот эти вот сыновья манжурца. Так вот, значит, ответить я не смог. А самый главный ответ не может быть в принципе. То есть даже тот способ подождать страшную зиму, убедиться, он нереальный, потому что уже, по-моему, вообще убить невозможно. Что 4-5, что 1-2. Но и это еще не все. Они могут быть разной морозостойкости, хотя все крепкие. Потому что у них неизвестно, кто опылил. Какой-то опылил более культурный сорт. Да, манжурца может даже, вот вы знаете, я в одном из фильмов, по-моему, 13-й год, я тогда обратил внимание, тоже был супер урожай, и манжурцы были продолговатые, вылитые амуры или вылитые академики, такой же формы, точь-точь-точь, но маленькие. И я уже понял, ага, что-то тут не то, значит, все-таки умудряется крупноплодно эту мелюзгу опылить. Все-таки умудряется. А на следующий год, а уже они опять круглые. Вот видите как. Вот. Опылители отцы, они разной морозостойкости, значит, я не могу сказать, какое. Суммарное получается, то есть потомство. Вот так вот. Объяснял, много вы поняли. Так, вот в Омской области. Ну, вы видели, что у него пока все. Черный абрикос. Так, Сергей черенки нарезал, маленько продаст. Вот, саженцев. Другое дело, что будет. Знаете, я здесь снимок повесок для того, чтобы очередной дури вас избавить. Вот представьте себе, что Сергей или я, вот, ну, у него по 2 метра, да плюс еще стременку, залез на высоту, допустим, 3-4 метра, и сидит на стременке, или стоит, матерится, и каждую вторую считает, вот тут их две, оторвал, каждую вторую оторвал. И так, в течение дня, ну, я так прикинул, нужен полный рабочий день, чтобы с одного дерева щипать. А это нормально. Прямо из книги. Вот. А вот это к вопросу об этим же самых вишнях. Сейчас я вам объясню кое-что. Это узнаешь Богдана, Сережа. Вот. Подъезжает Константинович, можно это? Да пожалуйста. Вот, дал им табуретку, быстренько набрали 2 ведра. Тут в этот год, наверное, их, если со всех вишен, там, наверное, не одна сотня было этих ведер. Но дело-то не в этом. Я сделал два открытия. Я люблю делать открытия. Вот это узнаешь, барышня, это твоя мама. Так? И вот, значит, твоя мама вот, убила бы, если бы это самое, то не накрашено, то как, поэтому лица не показываю. Вот. Убила бы меня, если бы показал. А так я еще жив. Но для чего? Она, по моей просьбе, где-то пол ведерка наковыряла и мякоть дала мне. Я ее заморозил. Так. Заморозил, и когда она замерзла, я случайно обнаружил месяц назад, достал, попробовал, куда-то делась эта кислинка. Вкус необыкновеннейший. А это за все годы, а за все годы было уже, наверное, не сотни ведер с этих деревьев, а, наверное, уже тысячи ведер, они еще не уменьшаются урожай, да? Вот. Они еще не уменьшаются. Еще на многих деревьях гораздо крупнее вот этих, 2-3 раза. Вот. Тут ясно, что там уже заражены черешни вот эти вот, они крупнее. И получается, что первое открытие, после заморозки их можно есть, ну не горстями, ложками уже. Вкус все прекрасный. Рассказываю как анекдот. Проходит еще какое-то время. И мне это же Чернобаев рассказывает. А у него дерево с моей Жуковской. Вот. А они-то ничего не выбросили, это в отличие от нас. Это ладно, по моей просьбе.
мы-то заелись, а они все это мякоть и заморозку. А потом, вот его бы сейчас записанный бы голос бы услышали. Ой, как она в восторге с женой, какой восторг, какой восторг от мякоти вишен, которые забракованы, которые уничтожены всем этим самым, всем научным сообществом. Помните, вишни нуждаются в ежегодной обрезке. Дурь какая. Так это первое открытие. А второе открытие, знаете, какое? Ну, делюсь уже как блогер. Впервые я делал раньше как? У нас же Зимин приказал людям, хотите жрать, извините за выражение, идите в лес и берите все, что оттуда. Неважно, кто ты, учитель, вот, как Ирина Васильевна. Неважно, кто ты, там, токарь, пекарь, аптекарь. Вот, зарплаты нищенские, безработица страшная. Детей кормить нечем, многие женщины не имеют работы. Идите, собирайте грибы на продажу, эти самые ягоды собирайте. И черемшу. И черемшой, его, он постарешился, но после этой фразы. Но черемшой завалили город, зеленые эти прилавки были. Я впервые купил и не знал, что делать. Я до этого солил, это совет. Я до этого солил. И получал, потом приходилось очень много сметаны, а мне нельзя много сметаны, я толстый. Вот, для того, чтобы перебить этот вкус соленый. Что вы думаете? Значит, я заморозил первые пучки, я еще это, просил или сам шинковал, потом плюнул пучков 8 здоровеннейших, толстых уже, которые как бы полусъедобные. Вот, по дешевке купил, я их просто так заморозил. И когда я это все распробовал, оказалось вкуснее, нет ничего. Вот. Потерялась вот эта ядреность, это горечь. Это не горечь, ну знаете, что такое это самое, черемша, какой имеет привкус. Ну, вот. И потом после нее уже на свидание не пойдешь. И даже на люди не покажешься. Вот. И зубы чистить бесполезно. А тут вкус, все прекрасно, лучше всего на свете. Это было открытие. Можно теперь, и у меня она заканчивается, а я ем каждый день. Значит, мало, а ведь она дешевая была, эти пучочки-то. Огромные пучки по 50 рублей. Вот так. Вот второе открытие. Первое заморозил вишню, второе заморозил.